Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Продолжение видеорепортажа с Крыма. Сегодня мы поехали в зоопарк «Сказка». Находится он, не доезжая, Ялты. Вот. Вход взрослым 1000 рублей. Детский до 10 лет 500 рублей. Сейчас решили прокатиться вот на таком колесике обозрения. Цена взрослым 200, детский до 10 лет 100 рублей. Очень много здесь животных, но мы не стали их всех снимать. Вот. О, все чисто, все аккуратно. Животные очень много редких. Вот. Все животные сытые. Много львов. Так в целом нам очень понравилось. Хотя мы здесь не первый раз. Детям очень понравилось. Сейчас открывается красивый вид у нас. Вот сзади нас море. Вот так вот очень красивый вид отсюда сверху. Там у нас наверху горы. Опять сегодня тучки, облака вот такие. Был небольшой дождик, но он закончился. Сейчас уже второй круг мы катаемся. Так, конечно, видео очень много мы сняли. Но, может, когда будет время, то тогда смонтируем видео и выложим для общего обзора. Там львы, леопарды, множество животных, обезьян очень много. Очень интересно. Так вот открывается очень красивый вид, посмотрите. Да, дети подсказывают, жирафы тут, верблюды. Всем рекомендуем. Ну, на этом у нас, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.